Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mon. В прошлом эпизоде мы пытались словить Снорлакса, но не получилось, да? И в этом эпизоде, я думаю, еще немножко прогуляемся и половим еще новых покемонов, да. Как вы заметили, у меня уже тот Иви, который должен был иметь вот это, как я говорил, он эволюционирует на 220 этих поинтов. Ну, почему-то он тогда не хотел прокачиваться, а сейчас я зашел в игру и просто увидел, что он уже как бы вот прокачан, да. И если он прокачанный, так, сначала покушать. Если он прокачанный, значит его уже нужно ставить в компьютер. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 15, 16, 17. 17 покемонов и один легендарный покемон. Ну нормально. Так, еще Иви можно прокачать. Мью, ну Мью пусть будет тут, Кабутопс. Пусть будет тут, да. Так. Тут у нас вроде все есть. Раркенди, Ультрабол. Так что можно идти и ловить покемон, да. Не-не-не-не-не. Сначала покушать, поспать, так как ночь. И спим. Может, прокачаем еще... А, секунда. Вот это сюда. Пусть будет тут, но нормально. Хм, какой мелкий. Ну, думаю, прокачаем Geodude немножко. Нидорина тоже. Я не знаю, на каких они уровнях эволюционируют. Посмотрим. Так. Ну да. На тебе мы как раз и покачаемся. Иви. А, ну да, так и знал. Ладно. Шаризард. Я не знаю, в кого я буду превращать Иви сейчас. А хотя, думаю, в покемона льда. Если найду, конечно, тот камень. Ну, сейчас. Если... Вот такой камень, как камень листвы, что возле него можно прокачать Иви в покемона листвы. Только вот такой же камень, но как бы... ну льда, да, камень, да. Что-то сложно как-то выговорить, забыл. Так, ну тогда будем идти сейчас искать биом снега. Сначала немножко прокачаемся. Шаризард. Кстати, можно словить манки, если его, конечно, найду. И да. Да, все. Идем еще вот на этого. Прокачаемся. А ну, пусть будет сейчас Кабутопс. Да, убили. И так, идем. Я думаю, в конце, ну, в смысле, ну, не в конце, ну, как это сказать. Чтобы у меня вот этот покемон, Шаризард, как он главный, можно сказать, самый первый покемон, который у меня был. И чтобы он, может, не все покемоны, но чтобы именно вот этот покемон был потом максимальным уровнем, сотым. И я и так и сделаю. Не буду делать для всех покемонов так, чтобы они были там сотые уровни, все-все-все-все-все-все-все. Так как это, думаю, очень сложно будет. Просто чтобы, как этот один главный покемон, так как можно сказать, он... Один из самых любимых моих покемонов, вот этот Шармелион. И
так как он самый первый покемон, можно сказать, и самый сильный. И так можно сказать, что только для него можно сделать максимальный уровень 100. Просто так как он самый первый наш покемон, да. Кстати, какой у вас самый любимый покемон и почему? Можете написать в комментариях, какой самый любимый ваш покемон. Ну, я говорю, мой, например, Шаризард и немножко Сквиртл и Пикачу. Ну, не считая, конечно, легендарных покемонов, так как это не любимые покемоны, можно сказать, а легендарные, и их очень сложно найти. Ну, слава богу, что нам повезло, что я хотя бы Мью нашел, да? Это повезло очень. Фу, так. Сделаем вот так. Так. Это что было? Так, ладно. Будем выбираться. А, ну все, да. Напугал. Так. И идем искать вот тот камень льда. О, кстати, уже наш да твою ж, Geodude превратился в Гравелера. Вроде на 25 уровне. Я не знаю, есть у него вот тут последняя эволюция в этом моде. Или может еще недоработанная. И как бы еще ее еще нету. Не знаю, посмотрим. Прокачаю его, думаю, к 36 уровню. Потом посмотрим, эволюционирует он или нет. Так как я честно не знаю. Может он прокачаться или нет. Я не знаю, забыл, как называется его последняя эволюция. Так, тут никаких нету покемонов. Я бы Сквиртла хотел даже очень. Но его фиг найдешь. Но его вот так нужно искать. По пляжу, можно сказать. Да. Ладно, бежим куда-то, ищем камень. А, вот. Хипну как раз. Иди сюда. Можно тебе немножко прокачаться. Это как-то сильно было, даже очень. Так. Ну, нормально так бьет. Не знаю, что это за скиллы. А ну, вот этот. Ладно. Будем его вот так добивать. И еще один удар. Так. Покемон умер. Это что? Не помню. Так. Это открыть. Делаем тут waypoint. Любой. Идем. Увеличим наших покемонов. Так. И лечим. Мастербол. Да. Так, Нидорина. Я не знаю, вообще Нидорина будет эволюционировать в свою последнюю стадию. Докачаю к 36 уровню или 37, потом посмотрим. Это когда тут есть некоторые покемоны, ну, в которых еще как бы недоработали их эволюцию и их. И вообще, ну, есть такие, например, покемоны, которые уже есть, можно сказать, в мультике, вообще в мире покемонов, ну, нету в этом моде, так как их еще просто-напросто не добавили. Или, например, вот какие-то есть покемоны, но нету их первых эволюций, вторых эволюций, третьих эволюций. Ну, смотря какие покемоны, да.
Ну, я найду вот тот камень или нет? Я почему-то думаю, что нет. Вроде места много, биом большой, но чего-то нету. Тот камень листвы возле моего дома где-то штук 3-4 даже есть, если не 5. А вот тут вообще нет. Да. Хотя... Побежим сюда. Не знаю куда. Ну, где-то сюда. Пробежимся по пляжу, может, повезет, найдем Сквиртла. Хотя это вряд ли, я так думаю. Вот, можно на тот островок пойти, маленький, вот там спереди. Так как на таких островках, я думаю, заспавниться Сквиртлу как раз вариант. Итак, бежим. Хотя тут вообще ничего нету. Тогда бежим дальше. Так, во-во-во-во-во. На этом можно качнуться нормально. Дори найди. И. Пусть Шаризард. А в другую сторону. О, во. Да, кстати, можно прокачаться немножко. Нифига себе он лупит. Да, можно все-таки будет словить вот такого покемона, только, еще раз говорю, не вторую стадию уже сразу Праймейпа, а первую Манке, и потом прокачать его ко второй эволюции Праймейп. Прокачали немножко. Бежим куда-то вот туда вперед. Так, Нидорино 31 уровень, Гравеллер 26 уровень. А ну, тебе еще сколько там осталось? Ну, еще 1-2 уровня, я думаю, я ее уже прокачаю с помощью Раркенди. Так, этот будет нападать, ну. Не буду я на него лезть. Да, с помощью Раркенди, думаю, где-то 36 уровню, как я сказал. И посмотрим, прокачается он. Тут слабенькие покемоны. Тогда бежим. Где-то сюда. Бежим, бежим. Нет, не-не-не, в пустыне нет, так как там, можно сказать, вообще покемонов толковых нету, на которых можно нормально прокачаться, да.
еще одна эволюция, если есть. Напишите, на каком уровне, если вы знаете, или вообще нужно передавать через трейд-машину. Если да, то опять нужно будет грузить ее, грузить второй компьютер, чтобы поменять покемонов и прокачать их, да. Кстати, еще один Снорлакс. Вот эту паскуду мы не словили, не смогли словить. Предыдущей серии, а ну сейчас, не знаю, там Кабутоп сидит. Да, этот Снорлакс действительно такой сильный, даже не действительно, а очень сильный. Слэш. А ну попытаемся словить. Жалко, что сейчас у меня нету вот тех самых Heavy Ball, которые у меня были. Да. Не вариант его словить. Так как эта зараза действительно такие очень-очень сильные. Да ему почти даже жизни не сносится. А ну, слэш. Да, убили его. Ну, ничего страшного, зато дофигищи опыта выиграли. Еще яблочко выпало. Это с него? Я думаю, что да, так как здесь деревьев не было. Так, бежим тогда сюда. И я бы напал на этого Гипно, но он в бою с Милтанком. А, уже убил, значит нападаем. Иди сюда. Так, Гравеллер. Да. Тоже не вариант был. Пусть будет этот. Этот. Не знаю, не такие уж сильные у этого Мью удары. Или сильные, или не знаю. Ну, например, удар Драгон, там не знаю, как он называется. От нашего Шаризарда, он с одного удара сносит больше, чем половину жизни. Может, он багнутый или не знаю. Ну, думаю, что нет, ну, просто вот Мью, например. Хотя да, тоже нормально. Один удар. Да, смотря какие покемоны. Вот, например, Шаризард убивает вот того Электрода с трех ударов, а Мью убил его с одного удара. Ну, есть разница. Ну да, смотря какие там категории, какие, как бы, характеристики. Например, вот там разные, как это можно назвать, разные стихии покемонов. И вот поэтому, наверное, покемон огня наносит покемону электричество, убивает его с трех ударов. А вот покемон Мью, легендарный покемон, психический покемон, убивает его с одного удара, да. Да, да. Во, кстати, нормально, Мью уже 51 уровень. О, во-во-во-во-во. Там еще один такой покемон, на котором просто отлично качаться. Но я лучше пойду домой. Величу покемонов, чтобы... куда я телепортнулся? Величу покемонов, чтобы... Ну, всех прокачать понемножку. Так. Если не найду камень для Иви, чтобы превратить ее в покемона льда, не знаю, как он называется, тогда... буду опять набивать вот те самые поинты, ну, да, можно назвать поинты, и только эволюционирую его ночью. И будет покемон тьмы, эмбрион, да, вот. Телепортнулся домой, чтобы увеличить покемонов, вернулся, а того покемона с 40 уровня уже нет. Ладно. Идем на этого.
А ну, как он ударит? Нормально. Чё за хрень? Хотя тоже нормально ударил, почти с одного удара убил. Так, нормально. А ну, еще не Дарину. Да, все-таки я думаю ее... Хотя, я не знаю, ее можно эволюционировать вообще как. Так же, как и Глума, например, с помощью вот таких вот камней, листвы, которые можно найти на деревьях. Да, вот там я уже был, я думаю. Или вот, например, как я говорил, с помощью трейд-машин. Я не знаю, честно. Так. Манки я мы не нашли, как я хотел, чтобы прокачать. Ну, в смысле, найти его, словить и эволюционировать к праймейпу, да. Так, ну, думаю, можно уже домой возвращаться. Я говорю, я не знаю, есть ли у Гравелера эволюция. Напишите тоже про него, если вы знаете, есть сделана ли в этом моде его эволюция. Если да, то на каком уровне? Если да, но с помощью трейд-машины. Если да, то там с помощью вот тех самых камней. Ну, хотя таких камней, думаю, не будет. Как это? Камень камней. Эволюционировать Гравелера, покемона камня, с помощью камня. Короче, бред какой-то. Я не знаю, да, на каком вообще... Хотя... Попробовать можно, раркенди у нас пока что достаточно. А если что, создать пару топориков, чтобы срубить еще несколько деревушек, нормально. О, кстати, манки. На кого бы набросить на него? Пусть будет Иви. Ну, нормально. Так. Пытаемся словить его, не знаю, словим, нет. Ну, словить-то нужно. Ну, давай. И, да, вот, словили Манкия. Он у нас, как я понял, телепортнулся, да, в компьютер, так как у нас. Тут толком и места нету, ну, в смысле, вообще нету. Для еще одного нового покемона вот у меня в инвентаре, можно сказать. Так что, если вы напишите мне, кто знает, есть ли эволюции, сделанные в этом моде для Нидорина и для Гравелера, на каком они уровне и как их вообще прокачать. С помощью вот так, прокачки с помощью убийств покемонов или, например, с помощью трейд-машины, да. Думаю, на этом уже можно заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.